При проведении рейда по соблюдению требований законодательства в сфере торговли на Цветном бульваре полицейские обнаружили, что в магазине, расположенном вблизи школы, реализуют пиво и сигареты. Владелица предприятия – 49-летняя жительница Сочи. Женщину привлекли к административной ответственности. Продукция, а это 153 литра пива и 50 пачек сигарет, изъята. Еще одно подобное нарушение было выявлено полицейскими в Адлерском районе в магазине на улице Ленина. Там вблизи школы незаконно продавали пиво. Предпринимателя, 47-летнюю сочинку, также привлекли к ответственности. Все материалы переданы в суд. За данное нарушение предусмотрен штраф в размере от 30 до 40 тысяч рублей с конфискацией товара.